Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества». Сегодня мы с вами сделаем распаковку заказа, который пришел по заказу моих любимых заказчиц. Я вам покажу пряжу, которую заказали заказчицы. Посмотрим ее характеристики, цвета. Приступаем к распаковке. Вот такая огромная гора пряжи и аксессуаров для вязания поступила со склада поставщика по заказам моих заказчиц. Сейчас я буду разбирать пряжу, делать на нее обзор и собирать посылочки. Надеюсь, вам видео понравится и вы досмотрите его до конца. Приглашаю вас в следующую закупку пряжи, которая состоится 30 августа. Заказы принимаю до 28 августа. Если вас заинтересовала пряжа, то вы можете ее выбрать, заказать в группе «Одноклассники». Все ссылки вы можете посмотреть в конце либо в видео, либо в инфобоксе, а также в шапке канала. В группе ВКонтакте в ближайшее время тоже появится пряжа, но сейчас я там размещаю только мастер-классы по вязанию. Добро пожаловать в группы! Также не забывайте подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить очень много полезной, ценной информации и принять участие в моих мастер-классах по вязанию узоров и других очень интересных и красивых вещей. Приступаем к обзору пряжи. Пряжа Пуффи – это фантазийная плюшевая пряжа для ручного вязания, детская. Ниточка мягкая и приятная на ощупь. Из этой пряжи можно вязать руками без использования спиц и крючка. Торговая марка Ализе, страна производства Турция. Вес мотка 100 грамм, длина нити 9,2 метра. Состав 100% микрополиэстер. В упаковке 5 мотков. Номер цвета пряжи, если кого-то заинтересовал, 374 джинсовый и 149 малиновый. Есть три упаковки цвета малиновый и две упаковки джинсовой. Если кому-то понравилась пряжа, в описании под видео в инфобоксе вы можете найти ссылку, где можно выбрать, заказать любой цвет этой пряжи. Давайте сейчас я вам расскажу о самой пряже. Очень много интересной информации. Пряжа Пуффи от Ализе вызывает много восторженных отзывов у рукодельниц и также много вопросов. Что же связать из этой пряжи, как за ней ухаживать? Плюшевая пряжа Пуффи от турецкого производителя Ализе стала невероятно популярной около года назад, и с тех пор ее популярность только растет. А все потому, что это действительно невероятно приятная пряжа, которую просто не хочется выпускать из рук. Это как котята, которыми невозможно не умиляться. При этом вязать пряжи Пуффи может любой желающий, даже начинающая вязальщица, если даже вы никогда не держали в руках спиц. У вас все равно получится связать изделие из данной пряжи. А все потому, что у этой пряжи уже есть готовые петельки. И для вязания вам потребуются только руки, чтобы эти петельки продевать одна в другую. И спицы не нужны совсем. Она вяжется руками. Сколько нужно, например, пряжи Пуффи для пледа? Для детского пледа размером 1 на 1 метр уходит примерно 6-7 моточков пряжи. То есть нужно заказывать две упаковочки пряжи.
А на детский плед размером 80 на 80 сантиметров понадобится примерно 5 мотков, то есть достаточной упаковки на маленький пледик. Ну, на плед уже 1,5 метра на 1,5, 16-17 мотков. А на плед размером 2 метра на 2 метра 29-30 мотков. Для пряжи Puffy Fine у нее уже расход идет поменьше мотков, потому что длина нити у этой пряжи больше. Оттенок пряжи в каждых партиях может отличаться друг от друга, так что лучше покупать пряжу и заказывать ее с запасом, чтобы, если вам не хватит данной пряжи на изделие, которое вы начали вязать, и вы эту пряжу уже заказали и купили в другом месте, цвет пряжи может отличаться. Так что заказывайте эту пряжу с запасом. И как же ухаживать за этой пряжей, за пряжей Puffy Fine? Пряжа неприхотлива, и за ней достаточно просто ухаживать. Ее несомненное преимущество – это то, что она не линяет и не дает усадки. Быстро сохнет и не деформируется после стирки. Можно тезисно ее выделить основные правила ухода за изделием из этой плюшевой пряжи. Это стирать лучше готовые изделия ручной или машиной, в машине на режиме деликатной стирки при температуре не выше 30 градусов. Возможно применение кондиционеров. Не использовать отбеливатель ни в коем случае, чтобы не потерять цвет пряжи. Отжимать при низких оборотах, максимум до 600 оборотов. Сушить только на горизонтальной поверхности. Гладить паром, не прижимая утюг к изделию. И при необходимости можно расчесать ворс мягкой щеточкой. И, наконец, самое главное, что же обычно вяжет рукодельница из этой пряжи? Из пряжи Puffy можно связать руками невероятно много разных вещей. Самую большую популярность получили плюшевые, бэби-пледы. Пряжа настолько мягкая, что ею, конечно, хочется окутать малыша. И их нежная кожа будет приятно касаться такой мягкой и теплой структуры. А плед вяжется очень быстро, всего пару часов вам потребуется для того, чтобы связать плед небольшого размера. Также из нее вяжут коврики, сумки, пижамницы, детские и взрослые шапки, шарфы, покрывала, снуды, хомуты, различные предметы декора интерьера, тапочки, халаты, кардиганы. В общем, фантазии рукодельниц нет предела. Также вяжут потрясающие красоты игрушки, завораживающие своей красотой и выдумкой мастера. Все фото вязаных изделий я выложу в слайдах. Пряжа с названием акрил. Торговая марка Пихорка. Пряжа представлена в двух цветах. Акрил 01 белый и акрил 284 оранжевый. Пряжа классическая для ручного вязания. Вес мотка 100 грамм. В одном мотке в 100 граммах 300 метров. Состав пряжи 100% акрил. Страна производства Россия. И производитель это торговая марка Пихорский текстиль. Пряжа российского производства. Пряжа Пихорка состоит из 100% акрила и продается она в мотках по 300 метров в 100 граммах. И одного мотка хватит на шапку или шарф. Для джемпера и полуверов нужно от 4 и до 8 мотков. Производитель рекомендует использовать спицы и крючок номер 2, 2,5. Конечно, количество пряжи нужно подбирать индивидуально, все зависит от того, каким узором вы будете вязать, ажурные, либо это будут жгуты, косы, также каким инструментом вы будете вязать, спицы, либо крючок, и плотность вязания тоже нужно учитывать. У чистого акрила масса достоинств, нить мягкая и ровная, не электризуется, не сыпется, с ней легко работать и вязать. Готовое изделие сохнет очень быстро
Исходный цвет даже после многократных стирок не меняется. Пряжа не скатывается и не теряет форму. На полотне хорошо смотрится узор любой сложности. Нить можно сочетать с шерстью, хлопком и цветом компаньоном. А данная пряжа – это удачный и отличный выбор для вязания детских и взрослых вещей, покрывал, пледов, игрушек, предметов для дома, обихода и уюта, предметов интерьера, коврики, пледы, подушки, покрывала, салфетки, прихватки для кухни. То есть очень много можно разных полезных вещей связать из такой очень хорошей и недорогой пряжи. Нужно отдельно остановиться на цветовой гамме пряжи. Цветовая гамма очень расширенная и богатая цветовая палитра у этой пряжи. Цвета все чистые, яркие. Оттенки оранжевые, розовые, красные, серые. А также легкий приятный блеск у пряжи подчеркивает глубину цвета. Стирать вещи из акриловой нити можно только в прохладной воде. Не превышать температуру воды 30 градусов. Стирать можно вручную, либо в стиральной машине. Сушка уже в готовом виде, в готовых изделиях, только в горизонтальном положении. Пряжу вы можете заказать, выбрать любой цвет в группе Одноклассники, либо в интернет-магазине «Мир рукоделия творчества». Все ссылочки вы можете увидеть в шапке канала, либо в описании под видео. Если вам понравилась пряжа, проходите по ссылкам, выбирайте цвет и заказывайте. Пряжа с очень интересным названием. Винни-Пух. Вот такого красивого желтого цвета. Номер цвета 1463. Торговая марка Джина. Страна производства Турция. В упаковке 10 моточков. Вес мотка 50 грамм. Длина нити в каждом моточке 115 метров. Состав пряжи 100% микрополиэстер. Производитель рекомендует спицы номер 2-4. Вид пряжи – это плюшевая пряжа. Она предназначена для вязания детских вещей, игрушек, пледов, покрывал. Пряжа очень нежная, плюшевая, нить мягкая, теплая и практичная. Вяжется приятно и быстро. Подходит также для детской верхней одежды, костюмчиков, для домашних питомцев, игрушек, пледов, покрывал, как я уже говорила, что можно еще связать. Комбинезончики, а также предметы для дома, интерьера. В основном заказчицы из нее вяжут игрушки. Очень интересные получаются работы. И фото вы можете посмотреть в слайдах. Если вам понравилась пряжа, заказывайте, проходите по ссылкам в описании под видео. Выбирайте любой цвет и можете заказать любой цвет пряжи. Пряжа Мисс. Торговая марка Ализе. Страна производства Турция. Так, три упаковки пряжи. Цвет 450. Белый. И пряжа Ализе Мисс Батик. Одна упаковочка. 37-15 номер цвета, если кого-то заинтересовал. Другие цвета пряжи вы можете выбрать, заказать и купить. Информация о том, где можно заказать и купить пряжу, вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе, либо в шапке канала. Есть все ссылки на пряжу и группы. Подписывайтесь на канал и вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Пряжа Мисс. Это 100% мерсеризованный хлопок. Вид пряжи
Пряжа предназначена для вязания на при помощи машины вязальной и также для ручного вязания. Категория пряжи – это хлопчатобумажная пряжа. Длина нити в 50 граммах 280 метров. Пряжа классическая, летняя, состоит из 100% мерсеризованного хлопка. Мягкая блестящая нить прекрасно подойдет для работы со спицами и машинной вязки. Вязание крючком и даже для ирландского кружева. Яркие цвета пряжи мисс интересно смотрятся даже в самой простой вязке и прекрасно сочетаются с меланжевыми расцветками пряжи серии мисс Батик. Из пряжи мисс и мисс Батик можно вязать нарядные летние кофточки, топы, маечки, платья, как для взрослых, так и для детей. Вещи из натурального хлопка идеально подходят для носки жарким летом, но требуют некоторого ухода. Рекомендована стирка руками, но допускается также бережная машинная стирка в прохладной воде до 30 градусов. Сушить готовые вязаные изделия лучше на горизонтальной поверхности. Производитель рекомендует размер спицы крючка 2,5 до 3,5. Это спицы и крючок 0,75-2. Давайте сейчас я вам расскажу, что такое понятие это мерсеризованный хлопок. Начнем с предыстории. Впервые мерсеризованный хлопок был получен английским промышленником Джоном Мерсером еще во второй половине 18 века. С тех пор специальная обработка натуральной хлопковой нити с помощью раствора каустической соды стала называться мерсеризацией. Прочный и шелковый, мягкий и упругий мерсеризованный хлопок по внешнему виду напоминает синтетические или шелковые волокна. Изделия из этого материала не линяют и не выгорают на солнце. Приятны при носке, их сложно порвать и деформировать. Для получения высококлассной мерсеризованной пряжи используют сырье наивысшего качества. При выборе исходного материала производители пряжи обычно отдают предпочтение длинноволокнистому хлопку из Египта. Мерсеризация – это дорогостоящая процедура, но получаемые изделия достойны потраченных денег и усилий. Вещи из обработанного волокна, прошедшие мерсеризацию, отличаются комфортностью и экологичностью, стойким цветом и слегка заметным блеском, придающим тканям и пряже благородство и шарм. В процессе обработки с поверхности хлопковой нити удаляются многочисленные мелкие ворсинки, поэтому волокно становится ровным и гладким, как шелк. В чем же преимущество мерсеризованного хлопка от обычного? Нить, обработанная посредством воздействия каустической соды, имеет неоспоримые преимущества по сравнению с обычным хлопком. Прочность обработанной нити гораздо выше стандартного хлопкового волокна. Изделия из мерсеризованной пряжи почти не мнутся и совсем не дают усадки при стирке. Мерсеризованная пряжа отлично красится в самые разные цвета. Краска держится дольше, чем на обычных нитях. Не выгорает на солнце и не линяет. Это позволяет изделиям на протяжении нескольких лет сохранять первоначальный вид. После обработки хлопковые волокна становятся шелковыми и приятными на ощупь, приобретают благородный блеск. Материал хорошо впитывает влагу. Это очень важное свойство нитей, так как из хлопка часто вяжут одежду, которая напрямую взаимодействует с телом, например, сорочки, футболки, топики, маечки. Получение мерсеризованной нити – это процесс весьма непростой и требующий значительных денежных вложений. Так что пряжа очень хорошая и достойная по своей ценовой категории. Вещи, связанные с пряжами мисс,
Очень красивые. И очень красиво, то есть их приятно носить в жаркую летнюю погоду. Приятно и в то же время комфортно. Представляю к вашему вниманию пряжу ажурная, торговая марка Пихорка, пихорский текстиль. Цвет пряжи номер 180, светлая бегония. Такой вот очень нежный розовый цвет. Очень красивый цвет пряжи. Цветовая палитра у пряжи весьма разнообразная и богатая. Вы можете заказать любой цвет пряжи. Ссылки найдете в описании под видео, либо в шапке канала. Пряжа ажурная – это летняя тонкая пряжа, предназначена для ручного вязания. Подходит для спиц и крючка, а также для вязания машин. Ажурные летние блузки, кофточки, шали, палантины и многое другое можно связать из этой замечательной пряжи ярких, приглушенных и пастельных цветов. Вес мотка пряжи 50 грамм. Метраж 280 метров в 50 граммах. Состав это 100% мерсеризованный хлопок. Что такое мерсеризованный хлопок? Само понятие мерсеризация вы сможете посмотреть в обзоре пряжи Miss Batik. Там я рассказываю более подробно о понятии мерсеризация. Производство Пихорский текстиль, страна производства Россия. Рекомендуемый размер крючка номер 1-2. Пряжу ажурная знает и любит, наверное, каждая мастерица. Это очень популярная и распространенная пряжа среди рукодельниц, которые любят очень вязать крючком. Пряжа очень тонкая, хлопковая, идеально для создания всевозможных ажурных изделий, а также для вязания ирландского кружева. Она пользуется неизменным успехом у рукодельниц. И все благодаря тому, что у пряжи очень высокое качество и очень хорошие характеристики и свойства. И крючком, и спицами вязать из этой пряжи просто одно удовольствие. Плотность вязания у каждой мастерицы своя. Да и желаемые характеристики вязаного полотна тоже могут отличаться. А поэтому можно использовать и смежные номера инструментов. Перед началом работы непосредственно над изделием рекомендуется связать один или несколько пробных образцов, чтобы узнать плотность вязания. А зная величину, можно произвести расчет на изделие. Также необходимо вязанный образец подвергнуть влажно-тепловой обработке с целью как можно лучше узнать свойства пряжи и применить эти знания при вязании уже готового изделия. Изделия, связанные с пряжей ажурная, покоряют своей красотой с первого взгляда и на всю жизнь. Воздушные, невесомые, ажурные. Каждый из них – это настоящее произведение искусства, шедевр. Пряжа выпускается производителем в самых разных цветах и оттенках. Среди них любой рукодельнице будет просто подобрать идеальный для нее цвет для создания своих вязаных проектов. Какие же достоинства у пряжи ажурная? Главным плюсом пряжи является ее натуральный состав. Это все-таки 100% хлопок, который превосходно впитывает и испаряет влагу. Кожа в вязаных вещах из этой пряжи очень хорошо дышит. В жаркую погоду в ней прохладно, а в холодную комфортно и достаточно тепло. Декоративные изделия из этих ниток нужно крахмалить. Достаточно после стирки зафиксировать их булавками и оставить высохнуть. Они будут держать форму до следующей стирки. Качество пряжи, как я уже говорила, очень отменное. Нить хорошо скручена, не путается, не расслаивается, не махрится. Ни в одном мотке вязальщица не встретит ни брака, ни обрыва нити, ни аккуратно завязанных узлов. На этой пряже даже можно учиться вязать. Она такая послушная и превосходно ложится в ряды.
При необходимости вязание из нее можно распустить, а сами нитки использовать повторно. Это никак не отразится на их внешнем виде, ни на качестве. Вещи, связанные из этих нитей, смотрятся просто восхитительно и великолепно. Где же применяют пряжу ажурной? Из данной пряжи можно связать всевозможные детские и взрослые изделия на лето, а также топики, платья, накидки, маечки, головные уборы, панамочки, шапочки, береты и разнообразные декоративные изделия, например, салфетки, скатерти, кружево, тесьму, кайму. Очень красиво получаются из нее аксессуары, это сумочки, вязаные украшения, искусственные цветы, повязки на голову. А отзывы рукодельниц, работающих с пряжей ажурной, говорят о том, что из нее лучше всего получаются ажуры, благодаря которым пряжа раскрывается во всей своей прелести и красоте. Правила ухода за пряжей ажурной. Вязаные изделия из этой пряжи можно стирать исключительно вручную и только в прохладной воде до 30 градусов. Имейте в виду, выкручивать изделия не рекомендуется. После стирки им нужно дать стечь, после чего можно промокнуть их махровым полотенцем. Затем следует разложить их на горизонтальной поверхности. А на хлопчатобумажной подложке либо махровом полотенце и оставить до полного высыхания. При необходимости, конечно, можно подложку периодически менять на сухую, но лучше сушить на горизонтальной поверхности. Вещи из этой пряжи великолепно поддаются отпариванию. Отбеливать такие вещи нельзя ни в коем случае. Можно, конечно, подвергнуть химической обработке, чистке. Вот такая великолепная, замечательная пряжа, которую вы можете заказать. Ссылки смотрите в описании под видео, в инфобоксе, а также в шапке канала. Представляю к вашему вниманию пряжа «Жемчужная». Торговая марка «Пехорский текстиль». Цвет пряжи 284 оранжевый. И цвет пряжи 346 темная сирень. Теперь два замечательных цвета. Состав у пряжи 50% хлопок, 50% вискоза. Вес мотка 100 граммов. Длина нити 425 метров. Производство Пехорка. Страна производства Россия. Производитель рекомендует использовать крючок номер 2 и спицы номер 1, 2,5. Какие же преимущества и плюсы у этой пряжи? Пряжа Пехорка жемчужная – это матовая, хлопковая и блестящие вискозные волокна не просто сплетены, а соединены по оригинальной технологии в нить, напоминающую очень тонкий шнурок. Благодаря этому пряжа отличается легким, приятным для глаз перламутровым блеском. Я не знаю, видите ли вы или нет текстуру пряжи. То есть вот здесь она действительно выглядит как вот тоненький шнурочек, как шнурки на ботинках. Благодаря этому пряжа отличается легким, приятно для глаз перламутровым блеском, и ажурное полотно, связанное из пряжи жемчужной, отлично держит узор и вместе с тем хорошо драпируется. Мягкая гидроскопичная пряжа жемчужная хороша для летних моделей. Она не раздражает кожу, пропускает воздух и влагу и обеспечивает комфорт даже в сильный зной. Что же связать из пряжи жемчужной? Из нее можно связать нарядный летний топ, маечку, кофточку, сарафан и даже вяжет купальники из этой пряжи. Головные уборы. То есть любое вязаное изделие, которое можно носить в очень жаркое лето, потому что пряжа, она очень замечательная по своим характеристикам и свойствам.
и предназначена для вязания именно летних вещей. Метраж у этой пряжи 425 метров в 100 граммах. Если вам понравилась пряжа, посмотрите ссылки в описании под видео и в шапке канала. Проходите по ссылкам и заказывайте пряжу любого цвета. Карта цветов пряжи весьма разнообразная. Я думаю, каждый из вас найдет себе цвет, который более-менее вам подойдет и захочется этот цвет приобрести для вязания очень красивых, потрясающих вещей, а в то же время уникальных вещей, которых не будет больше ни у кого. К вашему вниманию, пряжа с названием «Вискоза натуральная». Производство, торговая марка «Пихорка», «Пихорский текстиль», страна производства «Россия». Метраж у этой пряжи, длина нити 400 метров, вес мотка 100 грамм, в упаковке 5 мотков, состав 100% вискоза. Рекомендует производитель использовать спицы 3,5-4,5 мм, крючок номер 2,5-3,5 мм. Вискоза натуральная, это пряжа очень мягкая, шелковистая, гипоаллергенная. Пряжа ярких оттенков с легким блеском вискозы и прекрасно подходит данная пряжа для вязания платьев, юбок, блузок и ажурных узоров. Цвет пряжи, который здесь у меня есть, 20, номер 20, это розовый. Так выглядит цвет розовый, 60, светло-голубой. Сто девяносто, цвет лотос. И 18, персик. Вот такие цвета пряжи. Любые другие цвета вы можете заказать. Ссылки на пряжу даны в описании под видео, а также в шапке канала. Проходите по ссылочкам, выбирайте цвет пряжи и заказывайте. Пряжа вискозная – это классическая летняя пряжа. Отлично подходит для тех, кто с предубеждением относится к синтетике, но при этом хочет получить гигиеничную и недорогую пряжу. Здесь следует напомнить, что вискоза – это, вопреки распространенному заблуждению, натуральный материал, и как это и отражается в названии пряжи. Легкий блеск придает изделиям из этой пряжи нарядный вид. Она антиаллергенна. Для этого она в основном рекомендуется для вязания изделий для детей, а также для летних головных уборок. Уборов панамок, шапок, шляп. А также она прекрасно подойдет для вязания ажурных летних вещей. Красивые ажурные блузки, кофточки, топики можно быстро и легко связать из этой пряжи. Метраж пряжи очень хороший, 400 метров в моточке. Вес моточка 100 грамм. Нить очень приятная на ощупь. Что касается свойств вискозы, то вискозе свойственно вытягиваться, и это следует иметь в виду при вязании вещей. А так как вискозная пряжа вытягивается от собственного веса, правильно подобранная техника вязания, например, плотная резинка, позволяет избежать вытягивания и других деформаций. Перед тем, как вязать из этой пряжи изделия, свяжите пробный образец, сделайте в ТО и уже высчитайте необходимое количество петелек для того, чтобы в дальнейшем у вас изделие имело после ухода первоначальный вид. То есть не произошло с изделием деформация. И не удивило вас тем, что оно очень сильно вытянулось и каким-то образом изменилось, деформировалось. Представляю к вашему вниманию пряжу с названием «Весенняя». Торговая марка
Пихорка, пихорский текстиль. Страна производства – Россия. Цвет пряжи номер 15, темно-голубой. Состав у пряжи 100% хлопок. Вес мотка 100 грамм. Длина нити в 100 граммах 250 метров. В упаковке 5 моточков по 100 грамм. Производитель рекомендует вязать спицами номер 3-4 и крючок номер 3-4. Пряжа для вязания весеннее предназначена для ручного вязания. Нить пряжи имеет веревочное плетение. При стирке пряжа не линяет, в носке не скатывается и не растягивается. Подходит для вязания детских вещей, а также для взрослых. И изделие предназначено для весенне-летнего сезона. Давайте я поближе вам покажу, что сплетение нити имеет веревочное плетение. Таким образом выглядит нить у этой пряжи, пряжа весенняя. Если вам понравилась пряжа, переходите по ссылочкам, которые указаны в описании под видео и в шапке канала, и заказывайте пряжу любого цвета. Карта цветов пряжи у производителя весьма богатая и разнообразная. Представляю к вашему вниманию пряжу кружевную. Торговая марка Пихорка, пихорский текстиль, страна производства Россия. Данный цвет пряжи 222, это голубая бирюза, и 45, темная бирюза. В упаковке 5 моточков, состав пряжи 100% акрил, метраж у пряжи 50 грамм 280 метров. Производитель рекомендует спицы и крючок использовать 2,5-3,5. Ну, лично я всегда вяжу из этой пряжи крючком номер 2. Эта пряжа у меня находится в любимчиках. Из этой пряжи я вязала вот такую подставку под горячее. Ссылку на мастер-класс вы можете посмотреть в подсказках. Вязала я подставку под горячее из остатков пряжи, так как я очень много вещей вяжу из пряжи кружевной, вещей для ребенка, для себя, одежду, топы, майки, юбки, платья, также предметы интерьера и уюта дома. Воспользуйтесь моим мастер-классом. Переходите по ссылке и свяжите вот себе такую красоту, подставку под горячее. Также из этой пряжи я вязала вот такой ажурный топ, кофточку. Очень красивым узором. Для вязания данной кофточки я использовала пряжу кружевная. Цвет пряжи 166 суровый. На данный узор я сделаю мастер-класс по вязанию узора. И также объясню, каким образом легко и очень просто вяжется вот такая свободная кофточка, либо топ. Пряжа очень красиво смотрится в ажурных узорах. Прекрасно вяжется крючком и спицами. И смотрите, каким образом она ложится в узоры. Здесь связано крючком номер 2. И вот подставочка тоже под горячее вязала крючком номер 2. Ссылка на мастер-класс в подсказках на моем канале. И выйдет в ближайшее время мастер-класс по вязанию узора вот для этого топа. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры пряжи, мои мастер-классы и уроки по вязанию. Пряжа превосходно вяжется как крючком и спицами. И она очень легкая, экономичная, с большим метражом, так как метраж у этой пряжи 50 грамм 280 метров. Лучше всего эта пряжа подходит для многоцветных изделий, таких как, вот, например, это изделие, так как очень хорошо сохраняет цвет, не линяет и не садится при стирке. Смотрите, вот
Она не мнется, она при стирке не линяет и не деформируется. Вещи обладают легким блеском, впоследствии не скатываются, очень быстро сохнут и обладают антиаллергенными свойствами. Это очень важно. И из этой пряжи можно легко связать игрушки для ваших детишек, предметы интерьера, как я уже говорила, дома и вещи. Я вяжу из нее вещи для себя и для ребенка, потому что мне нравится из нее вязать, и так как она после стирки не деформируется, не линяет, люблю сочетать цвета между собой, пользуясь программой по сочетанию цвета. У меня очень связано очень много вещей, может быть, как-нибудь я сниму вам обзор вещей, которые лично я связала из этой пряжи. Ждите, подписывайтесь на канал, заказывайте пряжу. Все ссылки на пряжу даны в описании под видео и в шапке канала. Со своей стороны я рекомендую эту пряжу. Представляю к вашему вниманию пряжу Ализе Кит Рояль, Кит Махер. Торговая марка Ализе, страна производства Турция. Цвет пряжи 143. Этот цвет 27. Такой нежно-сиреневый. И цвет коралловый 619. По карте цветов производителя. Вот таких три цвета в заказе. Значит, состав пряжи 62% кит махера, 38% полиамид. Вид пряжи махеровая. Очень тонкая пряжа. Длина нити 500 метров в 50 граммах. Смотрите, у нее получается в 100 граммах 1000 метров. Это очень тонкая пряжа. Пряжа кит махер от Рояль. Очень нежное, теплое. Изделия, связанные из этой пряжи, получаются просто восхитительные, уютные, зимние вещи, которые согревают взрослых и детей. Пряжа мягкая, слегка пушистая и пружинистая. Красивая, выглядит в любом узоре. Хотя кит махер Рояль используется обычно для вязания зимних вещей, из данной пряжи также получаются отличные ажурные накидки, кофточки, шали, шапки. Мягкость и нежность готовых вещей оценят даже дети. А перед широким выбором цветов этой пряжи уж точно никто не устоит. Веселые, яркие, нежные пастельные тона подойдут для детей и взрослых, предпочитающих быть в центре внимания. А спокойные глубокие тона понравятся любителям неброских роскошных вещей. Оптимальный размер спиц, который рекомендует производитель, номер 2,6, а крючок производитель рекомендует номер 0,5,3. Пряжа, если вам понравилась пряжа, проходите по ссылкам в описании под видео либо в шапке канала и заказывайте наиболее понравившийся вам цвет пряжи. Эта пряжа очень популярна среди вязальщиц. Из нее ее, как правило, покупают для вязания пушистиков. Это джемпера, кардиганы, пуловеры вяжут, шапки, шали, шарфы, снуды, варежки, носки можно добавить. Также вяжут игрушки, пушистиков, таких вот котят, собачек, медвежат, зайчиков. То есть очень популярная пряжа среди вязальщиц. Представляю к вашему вниманию пряжу Коко. Цвет 3852 черный. Полный видеообзор вы сможете увидеть на моем канале. Ссылку на обзор в подсказках. Вы, наверное, уже заметили, что я очень люблю вязать
И из этой пряжи я ее часто использую для вязания образцов в своих мастер-классах. Она у меня находится в любимчиках. Метраж у этой пряжи 240 метров в 50 граммах. Производитель рекомендует крючок номер 2, спицы 1,5-2. Состав у этой пряжи 100% мерсеризованный хлопок. Понятие, что такое мерсеризация и мерсеризованный хлопок, вы можете посмотреть в видеообзоре пряжи Мисс Батик от торговой марки Ализе. Там я подробно рассказываю о процессе мерсеризации. Проходите по ссылочке в подсказках и смотрите дополнительное видео по полному обзору пряжи Коко. Если вам тоже так же, как и мне, нравится эта пряжа, вы можете ее заказать. Цветовая палитра пряжи весьма богата и разнообразна. Заходите по ссылочкам, которые даны в описании под видео, а также в шапке канала, и заказывайте пряжу любого цвета. Представляю к вашему вниманию новинку от Пихорки, пряжа крапивная. Цвет пряжи 587 габардин. Производство торговая марка Пихорка. Пихорский текстиль, страна производства Россия. Это новиночка у производителя. Состав 100% крапива. Длина нити в мотке 250 метров. Вес мотка 50 грамм. Количество мотков в упаковке 5 штук. Вес упаковки получается 250 грамм. Повторюсь, что это новиночка у производителя. Я из этой пряжи еще не вязала, так что свое мнение и впечатление не могу пока выразить. Нужно попробовать, протестировать, как говорится, прочувствовать кожей, связать что-нибудь себе из этой пряжи и уже потом поделиться своим отзывом и также рекомендовать, либо не рекомендовать со своей стороны к покупке данную пряжу. Пока вот был один заказ на один цвет. И вот я вязала, тоже новинка была 2 года, 2 или 3 года назад выпущена Пихорка. Это пряжа конопляная. Из нее я вязала очень много вещей на лето. Она мне тоже понравилась. Сделаю вам видеообзор на эту пряжу. То есть это вот очередная новиночка от производителя. Пряжа крапивная от Пихорки — это полностью натуральные и экологические нити для вязания. Крапива имеет полые стебли, поэтому пряжа из нее обладает важными для комфортной носки качествами. Это мягкостью и низкой теплопроводностью. Вязаная из нее одежда не будет жарко летом, а зимой она будет согревать. При этом шелковистые нити имеют красивый внешний вид и не электризуются. Говорят и о целебных свойствах крапивной пряжи. Это хороший антисептик и имеет противогрибковый эффект. Она, как я уже говорила ранее, не электризуется и даже помогает при ревматических болях и радикулите. Представляете, она даже имеет лечебные свойства. Удивительная пряжа, обязательно нужно попробовать приобрести и что-нибудь из нее связать. Действительно, вот пряжа немножко блестит, такой вот у нее шелковистый блеск, очень приятный взгляду. Ну, по внешнему виду, конечно, пряжа мне понравилась. Упаковочку я не буду скрывать, чтобы товар имел, как говорится, товарный вид. Пряжа отправиться к заказчице. Ну, что я могу сказать, пряжа мне по внешнему виду, конечно, очень понравилась, и даже захотелось что-нибудь связать себе из этой пряжи. Надо обязательно будет попробовать. Девочки, если кто-нибудь из вас вязал уже из этой пряжи, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этой пряже, каким образом она
смотрится и ложится в узоры, и как она себя ведет. Вязаные изделия ведут себя после стирки, деформируются они или нет, дают усадку, либо наоборот растягиваются. Поделитесь, пожалуйста, очень своим мнением, оно для нас, для всех подписчиков канала, также новых зрителей, гостей. Я думаю, что будет данная информация, которую вы напишете, поделитесь, очень нужная, ценная. И спасибо, конечно, что большое, выражаю вам огромную благодарность от себя лично. Спасибо, что вы делитесь своими впечатлениями и рекомендациями по пряже. И также советуете и рекомендуете со своей стороны пряжу. Спасибо вам огромное. Я вам очень признательна. Всех вас люблю. Пишите комментарии, делитесь фотографиями, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в Одноклассники, размещайте свои работы. Там специально созданы альбомы в группах, где вы можете разместить работы, которые связаны по моим мастер-классам. Также пряжу, которую вы заказали у меня. Смотрите мастер-класс, свяжите со мной, и будем также делать с вами на канале распаковку пряжи, смотреть новинки пряжи. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Я рада каждому новому зрителю, новому подписчику. Я очень люблю, дорожу вас и ценю вас. Представляю к вашему вниманию пряжу Diva Baby. Торговая марка Alize. Производство Турция. Цвет у пряжи 62-й, молочный. Пряжа для ручного вязания. Это пряжа мягкая и шелковистая. Изготовлена из 100% микрофибры. Пряжа не колется и подходит как для спиц, так и для вязания крючком. Вес мотка 100 грамм. Длина нити 350 метров. Состав 100% микрофибра акрил. В упаковочке 5 мотков. И вот информация с упаковки. Рекомендуемый размер спиц производителем 2,5-3,5 мм и размер крючка от 1 до 3 мм. Плотность вязания на вязаном образце 10 см на 10 см. Получается 40 рядов из 30 петель. Пряжа состоит из безопасного и экологически чистого акрила и микрофибры. Преимуществом данной пряжи стоит отнести то, что в вязаных изделиях из этой пряжи на вязаных изделиях не остается пятен и грязи. Нитки хорошо отстирываются, не деформируются, не линяют. Их часто применяют при вязании вещей для маленьких деток, но не только для детей, а также для взрослых, так как они являются гидроаллергенными, нежными на ощупь, прочными и износоустойчивыми. Из этой пряжи очень легко вязать крючком и спицами. У нее богатая цветовая палитра и очень легко работать. Нити не скручиваются, не рвется в процессе вязания. Если вам понравилась данная пряжа, проходите по ссылкам, которые даны в описании под видео, либо в шапке канала. Выбирайте свой цвет пряжи и обязательно заказывайте. Заказывайте такую замечательную пряжу для вас и для ваших детей. Представляю к вашему вниманию пряжу Alize Diva Stretch. Торговая марка Alize, страна производства Турция. Цвет пряжи номер 60, цвет черный. Состав у этой пряжи 92% микрофибра и 8% эластик. Вес мотка 100 грамм, длина нити очень хорошая, 400 метров. Метраж замечательный. В упаковке 5 мотков, спицы производитель рекомендует 2,5-3,5 мм. Вот заказан один цвет, только черный. И давайте посмотрим, что же связать из этой пряжи. Нить у пряжи очень мягкая, струящаяся,
с ненавязчивым блеском, шелковистая. В этом цвете как бы не видно, что она вот блестит. Подходит для вязания как спицами, так и крючком. Пряжа очень после... То есть вещи, связанные с этой пряжей, очень быстро сохнут, не выгорают, не линяют, не деформируются при стирке. Пряжа очень прочная и практичная. Используется для вязания купальников. Зачастую рукодельницы ее берут для того, чтобы связать купальники себе и детям. И также любые вещи, топы, платья, облегающие все это. То есть, если у вас идеальная фигура, и вы хотите подчеркнуть все прелести и достоинства фигуры, то рекомендуется вязать топы, платья, юбки из этой пряжи, так как показать и все свои достоинства и красоту, вашу красоту, и быть неотразимой в вязаных вещах, связанных с пряжей Diva Stretch. Ну, зачастую ее берут, заказывают для вязания купальников. Цветовая палитра у пряжи весьма богатая и разнообразная. Значит, проходите по ссылкам в описании под видео в шапке канала и выбирайте понравившийся вам цвет пряжи. Жду ваши заказы. Представляю к вашему вниманию новинку пряжи. Пряжа называется «Школьная», торговая марка «Пихорка», «Пихорский текстиль», страна производства «Россия». Они даже поменяли. Видите, смотрите, какую разработали упаковочку. То есть оформление специально такое для детей. Оформили для школы. То есть разработана пряжа специально для детей. Очень красивое оформление. Мне понравилось. То есть это пряжа новинка. Я ее, можно сказать, вижу впервые. То есть вот поступил заказ на эту пряжу. Цвет 323, темное бордо. Три упаковочки в заказе. Давайте познакомимся с этой пряжей. Это 100% акрил. 50 грамм, 150 метров. Метраж у этой пряжи 300 метров в 100 граммах. В упаковке 5 мотков, и производитель рекомендует использовать спицы 2, 2,5 миллиметров. Пряжа акриловая, классическая. Значит, эта пряжа идеально ровная. Нить с легким блеском. Вяжется на одном дыхании, петелька к петельке. Подходит для вязания как ажуров, так и курильной глади. Стирать можно в машинке и на деликатном режиме. После стирки, как обещает производитель, изделия, связанные с этой пряжей, не деформируются, не меняют цвет и не должны скатываться. То есть эта пряжа специально создана для детей. Цветовая палитра у этой пряжи очень большая. И здесь также есть как яркие цвета и приглушенные. То есть можно связать в школу ребенку жилетку, кофточку, шапку, шарфик, носки. И метраж у этой пряжи хороший, очень хороший. Так, ссылка на эту пряжу будет в описании в инфобоксе, в шапке и еще в шапке канала. Проходите по ссылочкам, заказывайте пряжу. Может быть, кто-нибудь уже из вас вязал что-нибудь из этой пряжи. Я еще ее вижу вот впервые и не пробовала, не вязала. Ничего не могу вам высказать и выразить свое мнение, впечатление об этой пряже. Так что, если вы уже вязали что-нибудь из этой пряжи, напишите мне, пожалуйста, в комментариях под видео свои отзывы, свои впечатления, комментарии. Можете поделиться своими фотографиями в группах ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть специальный альбом для размещения работ, связанных по моим мастер-классам, а также по пряже, которую вы заказывали у меня в интернет-магазине «Мир рукоделия творчества» и в группе «Одноклассники». Я
очень дорожу вашими комментариями, отзывами. Ценю, и данная информация будет полезна не только для меня, но также для зрителей и подписчиков канала. Пишите, комментируйте и делитесь своими ощущениями, отзывами, впечатлениями и очень полезной и ценной информацией, как и для меня, так и для других рукодельниц. Что же сейчас вам покажу? Такую красоту сейчас вы увидите. Посмотрите, какая красотища. Пряжа, шелковый блеск. Очень красивая, потрясающая пряжа. Было заказано моими заказчицами два цвета. Вот этот цвет называется горчица. По карте цветов номер 0734. Вот так вот камера вроде бы передает цвет и глубину. Но мне кажется, он фактически выглядит чуть-чуть светлее. Очень красивый цвет. Кстати, модный, должен быть модный в этом сезоне. И вот такой вот цвет голубой. А цвет пряжи номер, так, что это тут, воздушно-голубой, 0749. Эту пряжу очень сложно купить у поставщика, заказать, так как ее быстро разбирают, и не все цвета бывают в наличии. Лучше ее покупать в межсезонье, то есть это осенью, зимой, весной, летом ее, как говорится, очень сложно найти цвета. Все цвета бывают только где-то 5-6 цветов у поставщика. Давайте я вам расскажу немножко о пряже. Значит, пряжа, вес мотка 100 грамм, метраж 400 метров. Состав пряжи — это 100% люцель. Сезон, демисезон, лето. Также пряжа относится к классической. В упаковке 10 мотков по 100 грамм. То есть получается в одной упаковке килограмм пряжи. Торговая марка — Троицкая камфольная фабрика. Страна производства — Россия. Таких вот два замечательных цвета поступило. Значит, смотрите, пряжа произведена из волокна лиоцель, полученного из древесины эвкалипта. Важными качествами люцеля является экологическая чистота и гипоаллергенность. Из пряжи шелковый блеск получаются невероятно гладкие, мягкие, пластичные изделия. Благородный перламутровый блеск этой волшебной пряжи добавляет вашему вязаному полотну практичную нотку. Она настолько нежна, что вы получите невероятное наслаждение от вязания и использования изделий из лиоцеля. Подходит для разнообразных творческих проектов, но особенно выигрышно будет смотреться в ажурных узорах, связанных крючком, ну, также и спицами. Из-за того, что пряжа очень гидроскопичный товар, она легко набирает и отдает влагу. И из-за этого вес в мотке — это кондиционный вес. То есть вот такая вот замечательная пряжа. Я из нее сама лично не вязала. Может быть, кто-то из вас вязал. Поделитесь своим впечатлением, мнением о пряже в комментариях под видео. Расскажите нам об этой пряже более подробно. Ваш отзыв для нас, для меня и зрителей канала, очень ценен и важен. И думаю, многим будет почитать и узнать мнение других рукодельниц и вязальщиц об этой пряже.
Ссылка на эту пряжу будет в описании под видео, также в шапке канала. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить обзоры пряжи и мастер-классы. Вступайте в группу Одноклассники ВКонтакте. В группе Одноклассники вы можете заказать, приобрести пряжу, а также в интернет-магазине «Мир рукоделия и творчества». Выбирайте цвет и заказывайте пряжу. Жду ваши заказы. Вашему вниманию пряжу с названием «Ангорская теплая». Это зимняя серия. Торговая марка «Пехорка», «Пехорский текстиль», страна производства «Россия». Цвет пряжи вот именно у этой 45-й. Темная бирюза. Также вот такой есть цвет пряжи 336 ледяной и 356 Сатурн. Значит, метраж у этой пряжи 480 метров в 100 граммах, вес упаковки 500 грамм, вес мотка 100 грамм. Состав 40% шерсть и 60% акрил. Это ворсованная объемная пряжа, пользуется всегда особым спросом. И что из нее вяжут? Так, у нее, значит, натуральный состав 40% шерсть, который имеет теплоизоляционные свойства в тонком полотне. Это пряжа фактурная, с шелковым блеском. Легкий пушок на поверхности пряжи также имеется, как легкий бриз на морской глади. Эта романтика уверенной нитью ляжет в ваших удивительных красивых изделиях. Так нам обещает производитель. И то есть я зачитала фразу от производителя. Давайте посмотрим, какие инструменты необходимы для вязания данной пряжи. Спицы номер 3 рекомендует производитель. И в образце 10 на 10 сантиметров при наборе 26 петель должно получиться у вас 34 ряда в высоту. Вот здесь даже акрил, он панобъемный. То есть 60% панобъемный. То есть объемный акрил. Метраж у этой пряжи хороший, 480 метров в 100 граммах. Сама лично я из этой пряжи пока еще не вязала. То есть не могу вам дать объективное мнение и впечатление об этой пряже. Но скажу вам, что эту пряжу очень часто заказывают мои заказчицы. То есть она идет в каждом заказе, значит, она пользуется успехом среди вязальщиц и достаточно популярная по своей ценовой категории и характеристикам и свойствам. Что можно связать из этой пряжи? Идеально можно получить идеальные кофточки, джемпера, кардиганы, жакеты, шапочки, варежки, шарфы, снуды, шали, носки, то есть также и для детей, и для взрослых, так как здесь содержание шерсти всего лишь 40%. Я думаю, что эта пряжа не будет вызывать аллергии у детей, у взрослых, которые склонны к реакции на шерсть и грубый состав волокон. Девочки, кто рукодельница, убедительная, у меня к вам просьба. Может быть, кто-нибудь уже вязал из вас, из пряжи ангорская теплая? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, впечатлением об этой пряже. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, что вы вязали из этой пряжи, понравилась она вам или нет, какие у нее свойства, каким образом вязаные вещи ведут себя после стирки, растягиваются они, либо наоборот, садятся. И как узор смотрится при вязании, там, допустим, ажурный, либо простая там гладь. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, впечатлением, потому что ваш отзыв очень важен для меня и для зрителей, гостей, подписчиков моего канала. Оставляйте свои работы, загружайте работы в группы Одноклассники и ВКонтакте. Ссылку вы найдете в описании под видео. Вступайте в группы, где вы можете увидеть
обзоры пряжи, распаковку заказов, то есть посмотреть, что обычно заказывают мои заказчицы, может быть, что-то вам понравится и приглянется, и вы хотите тоже оформить заказ. Проходите по ссылкам, заказывайте пряжу. Я думаю, пряжа многим понравится, так как она очень часто заказываемая. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Представляю вашему вниманию пряжа с названием «Белорусская». Пряжа для ручного вязания, полушерстяная торговая марка «Камтекс». Так, это вот новиночка у «Камтекса». Изготовлена пряжа в Белоруссии. Здесь еще написано на упаковочке. Производитель ООО «Камтекс», Россия, Московская область, город Подольск. Так, вот смотрите, давайте я вам расскажу. Значит, о составе. Состав 50% шерсть, 50% акрил, 100 грамм, 300 метров. В упаковке 5 мотков по 100 грамм. Цвет у данной пряжи, так, номер цвета по карте цветов производителя, это 063, цвет называется шоколад. И второй цвет пряжи, который был заказан, это цвет 022, джинса. Вот такая вот пряжа, замечательная, я думаю. Я сама лично из нее не вязала еще. Но могу рекомендовать ее к покупке, потому что у нее очень хороший состав. Мне также нравится у нее метраж. Можно связать, мне кажется, из одной упаковки хватит на кофту, джемпер. Достаточно одной упаковки, так как метраж у нее 300 метров в 100 граммах. Производитель рекомендует вязать спицами номер 3-5, крючок номер 3-5. Это вот я смотрю информацию с упаковки производителя. Также нравится мне у этой пряжи цена. За такой состав она стоит весьма недорого. То есть я думаю, что она доступна к покупке каждому. Что же можно связать из этой пряжи? Это невероятно мягкая пряжа, которая при вязке изделия очень приятная. Ровные петельки аккуратно ложатся, принимая красивую форму. Она подойдет для весеннего гардероба, легких шапочек, свитеров, платьев, кардиганов, жакетов, жилеток, варежек. В общем, для вязания вещей теплых, практичных, красивых. Нить у пряжи ровненькая, скрутка средняя, цвета, выбор цвета широкий, разнообразный. Есть цвета, которые идеально подойдут для вязания мужских аксессуаров, шапок, шарфов, также для женщин и детей. А мне пряжа вот в чисто внешне и по составу очень понравилась. Может быть, девочки, кто-то уже вязал из вас из этой пряжи. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением, мнением в комментариях под видео на канале. Пишите только на канале. Ваше мнение очень важно и для меня, и для зрителей, и подписчиков, и гостей канала. Мы посмотрим, и, может быть, кому-то информация ваша будет ценной и очень полезной. Спасибо за ваши комментарии, отзывы. Они очень важны для меня и для зрителей, подписчиков канала. Не забывайте подписываться на канал, включать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, обзоры пряжи и мои мастер-классы. Присоединяйтесь к группам. В описании под видео вы сможете найти ссылку, где можно заказать, выбрать цвет, заказать пряжу для ручного вязания и машинного вязания. Вступайте и присоединяйтесь к группам. В группе ВКонтакте, значит, я выкладываю свои мастер-классы, схемы вязания. Также есть создан альбом готовых работ, связанных по моим мастер-классам. Можете разместить, размещать туда свои работы.
А в группе Одноклассники вы можете выбрать и заказать любую пряжу разных торговых марок и разных производителей: Россия, Турция, Индия, Китай. Там все торговые марки представлены в каталоге, полный каталог, очень большой. Приглашаю вас в свою группу и жду ваши заказы. Представляю к вашему вниманию пряжу Аэлита. Производство, торговая марка Семеновская пряжа. Страна производства Россия. Вот такая вот увесистая упаковка, состоящая из 10 мотков. Вес мотка 100 грамм. Значит, вот что написано на упаковке. ОАО «Московская шерстопредельная фабрика Россия, Москва». И указан адрес, сайт производителя. Цвет у данной пряжи желтый. Так, канарейка 216 цвет пряжи. Значит, в остатке есть наличие, которую, то есть 5 мотков этого цвета. Вы можете, если вам пряжа понравилась, и приобрести 5 моточков, которые вот им доступны к покупке. Они будут в наличии. Можно купить от одного мотка до 5. Давайте я вам расскажу о пряже и ее характеристиках. Пряжа предназначена для ручного и машинного вязания. Вес мотка 100 грамм. Длина нити 781 метров в 100 граммах. Представляете, какой у этой пряжи большой метраж. Состав у этой пряжи 50% шерсть и 50% акрил. И в упаковке 10 мотков. Рекомендуемый размер спиц 0,8-1,2 миллиметров спицы крючка. То есть пряжа идеальна для вязания и крючком, то есть это ажурных изделий, и спицами. То есть вот, я бы даже рекомендовала эту пряжу вязать. Идеальная для вязания крючком. Будут очень красивые ажурные изделия получатся. Это кофточки, шали, изумительной красоты будут шали, связанные крючком. То есть вот метраж у этой пряжи очень хороший. И экономичное в использовании. Но по цене она не из дешевых, я бы так сказала. Производитель, Семеновская фабрика, анонсирует эту пряжу как универсальную, предназначенную для вязания как крючком, так и на спицах. Такая универсальность имеет техническое объяснение. Пряжа Семеновская Аэлита. Это, во-первых, отличное сочетание шерстяных волокон, шерсти и акрила 50 на 50, делающие пряжу очень прочной. А во-вторых, это очень тонкая пряжа, метраж которой 781 метр в 100 граммах. Какой бы способ вязки вы не использовали, ажурный узор, лицевую или изнаночную гладь, рельефные косы, либо обычную резинку, полотно выйдет мягким и эластичным. Используя эти свойства Семеновской элиты, можно комбинировать различные виды полотна, менять технику по ходу создания одной модели. Можно даже украсить готовые вязаные изделия кружевом, воланами, юбку, платья, либо там кофту, связанную лицевой гладью. Ну, допустим, связали вы лицевой гладью, то есть платье, там кофточку, и украсили низ изделия рукава, горловину кружевом, которое вы свяжете легко из этой пряжи крючком. Богатая цветовая гамма представляет большие возможности при вязании нарядной одежды, нарядной красивой одежды с многоцветными рисунками, цветными полосками. Нарядными, яркими эти изделия останутся и после многочисленных стирок, если соблюдать температурный режим. Ну, тут режим стирки до 30 градусов, если шерсть, полушерсть.
пряжа, как я уже говорила, идеально для вязания крючком, подойдет для вязания шалей, палантинов. Также, если кто очень любит вязать вещи, применяя технику градиент, вот эта пряжа идеальная по сочетанию и комбинации между собой цветов. Просто идеальная. Присмотритесь, пожалуйста, к этой пряже. 5 мотков имеется в наличии и доступно к покупке. Внизу в описании под видео вы найдете ссылочку, где можно выбрать и посмотреть и заказать цвета этой пряжи. Принимаю заказы на пряжу. Также пишите комментарии под видео. Может быть, вы вязали уже из этой пряжи. Поделитесь своим мнением, отзывом, впечатлением. Нам будет данная информация, ваш отзыв очень интересен и важен. Представляю к вашему вниманию пряжа подмосковная Superfine, торговая марка пряжи из Троицка. Троицкая пряжа. То есть вот Троицкая кафельная фабрика. Страна производства Россия. Состав у пряжи 50% шерсть, 50% акрил. Метраж 460 метров в 100 граммах. Так, и вот читаю информацию с упаковки. Спицы 3,25 мм, 3,5 на вязаном образце. 10 на 10 сантиметров должно из 24 петелек получиться 30 рядов. Так, ну вот спицы здесь вот 3,25 рекомендация по спицам. Так, вот так цвет пряжи Василек 0170, красивый цвет. В упаковке 5 мотков по 100 грамм. Вот такая вот замечательная пряжа. Стирать пряжу, вязаные изделия из этой пряжи при температуре не выше 30 градусов. Эта пряжа, она доступная по цене. Ее очень часто заказывают мои заказчицы. И повторяют заказы вновь и вновь именно на эту пряжу. Она пользуется популярностью среди вязальщиц. Тонкая нить Superfine сохранила традиционные качества, при этом стала мягче и приятнее на ощупь, приобрела объемную, пористую и шелковистую структуру. За счет увеличения пряжа стала еще нежнее и ласковее, поэтому вязать из нее можно даже обладателям самой чувствительной кожи. Нить идеально ровная, тонкая и воздушная. Будет великолепно в любых узорах и техниках вязания, как спицами, так и крючком, а также для вязания на машине. Узоры могут быть разнообразными. В каждом узоре пряжа будет проявлять свои чудесные качества, подчеркивая структурой их индивидуальные особенности и делая более выразительными. Патентные узоры, жаккарды, ажуры, переплетение из жгутов, узоры с объемными элементами из подмосковной пряжи Superfine можно вязать то, что пожелает ваша душа и ваша фантазия. Широкая цветовая палитра подобрана в соответствии с самыми модными цветами сезона, который выбрал знаменитый институт цвета Pantone. Легкая в уходе, гипераллергенная, комфортная в прикосновении, прочная, устойчивая к пилингу пряжа. Подмосковная Superfine отлично подходит для широкой группы изделий для всей семьи. Можно связать аксессуары, это шапки, шарфы, перчатки, митинги, шали, снуды, бактусы, перечислять. Что можно связать, уйдет много времени, верхнюю одежду, свитера, игрушки, предметы интерьера, и также для дома, для уюта дома, пледы, подушки, покрывала. Правильный уход за изделиями позволит надолго сохранять их первоначальный вид.
Смотрите, какая потрясающая, великолепная пряжа. Я, конечно, сама лично из нее не вязала. Объективное мнение и отзыв пока не могу оставить об этой пряже, но так как ее у меня очень часто заказывают, значит, она нравится моим заказчицам, и они повторяют в своих заказах ее вновь и вновь. Если вам понравилась пряжа, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу в описании под видео. Есть ссылочки, где можно выбрать цвет, заказать и купить пряжу. Также пишите свои мнения и отзывы в комментариях под видео. Я думаю, что мне и всем гостям канала и подписчикам ваш отзыв будет очень полезен и важен, и будет информативным. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить очень много полезной и важной информации, мастер-классы, которые выходят практически каждый день на моем канале. Представляю к вашему вниманию пряжу с названием «Ромашка». Производитель пряжи ОАО ПНК имени Кирова. То есть это кировская пряжа. Прошу прощения, что упаковка, она очень сильно шуршит. Немножко потерпите. Я посмотрю, вот цвет у этой пряжи. У нее такой персиковый цвет, красивый, нежненький, пастельный цвет. По карте цветов производитель 0602. Пряжа предназначена для ручного и машинного вязания. Так вот. Что указано на упаковочке. Сейчас я вам... И давайте вот сразу же вот этот цвет покажу и перестану шуршать. Такой цвет, такой вот красивый, даже не могу его передать, но он между что-то вот сочетание розового, коричневого. Вот, он не совсем коричневый, не шоколадный, такой вот необычный цвет у пряжи. Цвет 5704. Очень интересный цвет. Давайте я сейчас не буду шуршать, я расскажу вам о пряже, ее характеристиках. Состав пряжи 100% хлопок, длина нити 320 метров, вес 75 грамм, одного моточка. В упаковке всего лишь 4 мотка пряжи. Пряжа ромашка хороша для верхнего трикотажа и различных аксессуаров. Вязать из этой пряжи легко, а яркие и насыщенные цвета еще долго будут вас радовать. Пряжа ромашка – это ниточки, мерсеризованные в составе 100% хлопок. Что такое мерсеризация и что такое мерсеризованная, а что означает мерсеризованная пряжа, смотрите в моем обзоре, где я сделал обзор на пряжу мисс Батик от Ализе. Там я подробно рассказываю, что такое пряжа, которая есть слово мерсеризированная. Все подробно рассказываю. Проходите по ссылочке и смотрите. Значит, пряжа ромашка – это 100% мерсеризованный хлопок, повторяюсь. Комфортное вязание крючком и спицами используется даже для машинного вязания. У нити двойная крутка обеспечивает комфортное вязание. Пряжа хорошо подходит для детских вещей, но не только для детей, и для взрослых. Рекомендованный номер крючка 09-1,5. Рекомендованный размер спиц 1-2,5 мм. Значит, вот смотрите, я когда-то очень давно, так, это, наверное, сколько лет, 8 назад, вязала из этой пряжи детскую шапочку. Мне очень понравилось, как выглядит вязаные изделия, готовые изделия, связанные из этой пряжи. Шапочка держит форму, очень красиво ложится в узор, петельки ровненькие, и она держит форму даже головного убора. Очень прекрасно вязала я элементы декора, это цветы там были, вот помню, ромашка и листики.
То есть все элементы декора очень прекрасно держат свою форму. И мне понравилась эта пряжа. Тут даже вот я увидела на упаковочке, что написано. Так, вот смотрите. 8 сложений. То есть здесь получается, что 8 сложений нити. Нить 8 сложений. То есть вот такая вот круто. То есть пряжа при вязании, она не будет расслаиваться. Так как здесь мерсеризованный хлопок. Цвета у этой пряжи весьма разнообразны, цветовая палитра богатая. Вы для себя можете найти яркие сочные цвета, а также приглушенные, нежные, пастельные, вот, типа вот этого цвета персика. Ссылки все на эту пряжу я оставлю в описании под видео в инфобоксе. Подписывайтесь в группу, заказывайте пряжу в группе Одноклассники. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и обязательно... Если вы вязали с этой пряжи, поделитесь своим мнением, впечатлениями и отзывами о пряже в комментариях под видео. Ваш отзыв очень важен для нас, для меня и моих подписчиков, гостей канала. Представляю к вашему вниманию пряжу, которая называется «Цветное кружево». Торговая марка «Пехорка», «Пехорский текстиль». Цвет у пряжи номер 49, «Фуксия». В упаковке 4 моточка. Такой очень красивый цвет. Состав у пряжи 100% мерсеризованный хлопок. Что такое мерсеризованный хлопок и мерсеризация? Смотрите в обзоре пряжи низ, мисс Батик. Подсказку я вам сделаю. Проходите по подсказке и посмотрите, что такое означает слово мерсеризация. В упаковке 4 мотка по 50 грамм. Метраж у пряжи очень большой. А для меня, лично для меня, я бы отнесла эту пряжу к категории очень тонкая пряжа. Ну, это лично, сугубо мое личное мнение. Может быть, вы не считаете ее очень тонкой, но... Я считаю, что эта пряжа очень тонкая. Спицы и крючок рекомендует производитель использовать 1,5-2 мм. Цвета у этой пряжи, палитра цветов очень большая, разнообразная. Очень красивые цвета, яркие, насыщенные. Есть, а также есть пастельные, бледненькие. То есть на любой вкус. И я думаю, каждый... себе найдет цвет, который больше подойдет по душе. Пряжа предназначена для вязания тонких ажурных изделий, детских панамок, косынок для жаркого лета. Ну, можно, наверное, вязать даже салфетки, потому что хлопок здесь мерсеризованный. Салфетки будут держать очень хорошо форму. Можно легко их крахмалить. И я думаю, что они... И эта пряжа идеальна для вязания салфеток. И также скатерти и других ажурных узоров. Также очень пряжа хорошо подойдет для вязания топиков, кофточек, маечек на жаркое лето, жарко-знойное лето. Так как изделия, связанные с этой пряжей, будут очень ажурными и тонкими. Ссылки на эту пряжу вы сможете найти в описании под видео в инфобоксе. Заказывайте пряжу, выбирайте цвет, жду ваши заказы. Также, если вы вязали уже из этой пряжи, поделитесь своими мнениями, отзывом в комментариях под видео. Ваш отзыв и ваше мнение для нас очень важны. Представляю к вашему вниманию пряжа с названием «Лолипоп». Торговая марка производителя Нака, страна производства Турция. Цвет у пряжи, так, 24578. Так, тут надо по карте цветов смотреть. Это что-то, либо 80431, надо будет посмотреть по карте цветов. Сейчас я быстренько посмотрю у себя на сайте.
Так. Вот, чтобы не вводить вас в заблуждение, номер указан вот в верхней строчке 80 431. Может быть, кому-то понравится данный цвет, и вы можете заказать такой же. То есть это идеальная расцветка для мальчиков. Давайте я вам расскажу о пряже. То есть страна производства Турция. Пряжа для вязания детских вещей. У нее очень красивые расцветки, сочетание цветов между собой. Здесь можно связать простые узоры просто курильной гладью, либо лицевые, изнаночные, платочной вязкой. Ничего не мудрить, не усложнять технику вязания. Все будет прекрасно смотреться, вещи будут идеальными, красивыми, неповторимыми, потрясающими. И ваш ребенок будет выделяться, как говорится, из толпы, потому что вещи ручной работы, они очень ценятся и красиво смотрятся и выглядят. Ну, давайте теперь я расскажу, перейду к обзору пряжи. Непосредственно это 100% премиум акрил. Метраж у пряжи 100 грамм 230 метров. В упаковке 5 мотков по 100 грамм. То есть вес упаковки 500 грамм. Ну, там плюс-минус несколько грамм. Зачастую вес упаковки всегда превышает, чем вот 500 грамм. Всегда. Значит, что здесь, какая информация указана у производителя? Значит, рекомендует производителю крючок номер 2,5. Спицы 3,5, номер 3,5-4, это я все читаю с упаковки. На вязаном образце 10 на 10 сантиметров, 2 из 24 петель должно быть получиться высоту 28 рядов. Так, это для сведения. Пряжа секционная, включает в себя самые яркие цвета детства. Мягкая пряжа для детских изделий, в полотне ложится разноцветными полосками. В изделиях из этой пряжи ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно, потому что она очень мягонькая. Своими качествами ниточка и лолипоп полностью отвечает характеристикам 100% премиум акрила. Рекомендация по уходу за этой пряжей. То есть это деликатная стирка при температуре не выше 30 градусов. Не отжимать в стиральной машине, не отбеливать хлоросодержащими веществами. Сушить необходимо вязаные изделия на горизонтальной поверхности, предварительно придав изделию естественную форму. Гладить утюгом, разогретым до минимальной рабочей мощности. Что я хочу сказать? Пряжа очень хорошего качества. Заказывайте. Ссылка в описании под видео. Также вы сможете пройти по ссылочкам, заказать, выбрать цвет, заказать, либо купить пряжу в интернет-магазине «Мир рукоделия и творчества». Может быть, кто-то вязал из этой пряжи. Поделитесь своим мнением, впечатлением. Если у вас есть фотографии вязаных работ, можете разместить их в группе «Одноклассники» и ВКонтакте. Доступ общедоступные для всех. Открытые группы. Размещайте там, создан специальный альбом для готовых работ участников групп, которые вязали по моим мастер-классам, либо вязали с пряжи, которую заказывали у меня. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы и обзоры пряжи. Добавляю к вашему вниманию пряжу с названием «На колен». Торговая марка производителя «Нака». Производство Турция. Очень красивый цвет у пряжи. Цвет пряжи по карте цветов производителя номер 13. Вот указан в первой строчке цвет. Очень такой красивый нежный цвет. И вот здесь вы можете посмотреть информацию с упаковки. Я сейчас вам все подробно расскажу о характеристиках, свойствах пряжи. Значит, пряжа предназначена для ручного вязания. Вес мотка 100 грамм, длина нити 210 метров. Состав 49% шерсть, 50% акрил.
Изготовитель Турция, торговая марка Нака, в упаковке 5 мотков по 100 грамм. Ну, вес, как правило, всегда больше 500 грамм, по факту, оказывается. И информация с упаковки. Рекомендуемый размер спиц номер 4,5 и 5, размер крючка номер 3. В образце вяза для получения образца 10 на 10 сантиметров рекомендуется связать 25 рядов из 18 петелек. Значит, турецкая классическая полушерстяная пряжа на колен, однако рекомендуется для вязания одежды взрослой, детской, для сезона зима-лето. И по составу, и по цветовой гамме отлично подходит для вязания крупных, серьезных вещей. Это платьев, кардиганов, пальто, шапок, варежек, шарфов. Хотя и теплая кофта или свитер из пряжи на колен тоже вполне впишется в самый изысканный гардероб. Отличная особенность этой пряжи – это наличие в составе нити высококачественного акрилового волокна класса премиум. То есть здесь используется премиум акрил. Акрил вообще признается рукодельницами как лучшая синтетическая составляющая в полушерстяных пряжах. Он нейтрализует некоторые негативные свойства натуральной шерсти, делает ее изделия более легкими, препятствует растягиванию, образованию катышков, а самое главное – колкости. Потому что не все люди и дети могут носить вещи, связанные из пряжи, в которой большой процент содержания шерсти. Метраж у этой пряжи средний, я бы так сказала, 210 метров в 100 граммах. То есть пряжи вязать быстро, ну легко, то есть нить у скрутки средняя. Я думаю, на кофточку потребуется от 5 до 8 мотков. Ну, все зависит от того, от плотности вязания и индивидуальных размеров, типа телосложения, и также какими инструментами вы вяжете. Если вам понравилась данная пряжа, проходите внизу в описании под видео, указаны все ссылочки, где можно заказать пряжу, также выбрать цвет, и жду ваши заказы. Рекомендую эту пряжу к покупке, так как ее очень часто заказывают мои заказчицы. И она очень популярна среди вязальщиц. Представляю к вашему вниманию пряжу торговой марки пряжи из Троицка. Троицкая пряжа. Пряжа называется «Простая». Название пряжи «Простая». Я уже на своем канале делала полный видеообзор об этой пряже. Вы можете по ссылочке пройти и посмотреть обзор пряжи. Не буду повторяться и затягивать видео. Давайте я вам скажу номер цвета 8294. В упаковке 10 мотков по 100 грамм. Состав у пряжи 50% шерсть, 50% акрил. Метраж 200 метров. Пряжи есть в наличии и доступны покупке. Именно этот цвет в наличии, имеется 5 мотков. Цвет. То есть камера вроде бы передает этот цвет. Фактически он так и выглядит. Очень красивый такой бежево-розовый цвет. Приятненький, я бы так сказала. Нежный. Идеально подойдет для вязания кофт, джемперов, жакетов, жилеток, шапок, шарфов, варежек. Цвет универсальный. Подойдет и для мужчин, и для женщин, и для детей. Пряжа доступна покупке каждому и недорогая по своей ценовой категории. Значит, заходите по ссылочкам, которые будут указаны в описании под видео. Смотрите полный обзор пряжи «Простая» от Троицкой фабрики. И жду ваши заказы на любую пряжу. Девочки, сейчас я вам хочу показать такую красоту, просто невероятной красоты пряжу. Та-да-да-дам! В студию. Пряжа Flowers от Янард. Торговая марка Янард. Турецкая пряжа. Посмотрите, какая красивая пряжа. Заказано было две расцветки пряжи. Пряжа на, в таких вот пасмочках, бобинках. Очень красивая пряжа. Ну и цена, конечно, у нее тоже красивая.
качество пряжи соответствует ценовой категории. Значит, смотрите, у этой расцветки цвет пряжи 265 по карте цветов производителя. Вот в разрезе, назовем его так, вот таким образом выглядит цвет. Значит, когда я сделаю видео по именно, ну вот этот обзор, я еще дополню фотографиями вязаных работ и также карту цветов вставлю фото с карты цветов, как вот выглядит вязаное полотно при сочетании, при таком цветовом сочетании, и сделаю подборку вязаных работ мастериц, которые уже вязали из этой пряжи. Ну, это вот этот обзор будет уже в следующих видео. Подключайтесь на канал, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Не пропустите новые обзоры, распаковки, мастер-классы. На канале выходит практически ежедневно очень много полезной и интересной информации. Я думаю, что вам понравится мой канал, и вы будете с удовольствием и самое главное, до конца смотреть мои видео. Следующая расцветка. Мне вот это очень нравится. Я люблю сочетание сиреневого, фиолетового, белого. Смотрите, какая прелесть. Цвет пряжи по карте цветов 264. Вот, смотрите, вот здесь, я думаю, видно 264. Посмотрите, какое прекрасное сочетание цвета. Это не в заказе было, у заказчицы два цвета. Ну, они оба прекрасные. Ну, мне вот больше по душе вот этот цвет. Ну, это лично мой выбор. Давайте я сейчас расскажу вам о характеристиках, свойствах пряжи, особенностях и так далее. Значит, вес мотка одной вот такой вот бобинки, пасмочки, либо можно назвать ее таблеткой, 250 грамм. Длина нити 1000 метров. Представляете? Вот в такой вот таблеточке 1000 метров. Состав 55% хлопок и 45% полиакрил. Ну, о том, что производитель Турции уже говорила, торговая марка Янард. Очень тоже популярная торговая марка. В упаковке две вот таких таблетки. Получается вес упаковки 500 грамм. Ну, как правило, он всегда больше. И производитель рекомендует использовать для вязания спицы номер 2, 2,5, крючок номер 3. Для свитера пуловера ориентировочно потребуется 500 грамм пряжи. Для шарфа длиной 90 сантиметров 250 грамм. Значит, окраска это батик. Техника окрашивания батик. Что значит батик? Это длинные переходы из одного цвета в другой. Бренд торговой маркой Енард. Пряжа относится к фантазийной. А сезонность это весна-лето. Ну и состав хлопок. Цветовая палитра очень красивая, разнообразная. Вы можете пройти по ссылке в описании под видео и посмотреть всю цветовую палитру и выбрать себе понравившийся цвет и заказать. А то вдруг уже эту замечательную пряжу снимут с производства, и мы с вами не успеем ничего из нее связать. Так тоже, кстати, очень часто бывает. Если, допустим, нет сырья или еще по каким-то другим причинам, либо они производят новую пряжу, некоторые пряжи они снимают с производства. Давайте я ознакомлю вас с характеристиками, особенностями пряжи Flowers. Значит, турецкая фантазийная пряжа Flowers от Янард на 55% состоит из натурального хлопкового волокна и на 45% из полиакрила. Смотана в большие по 250 грамм мотки, в каждом мотке по целому километру нити. Сплетенные из четырех тоненьких ниточек, не слишком скрученной, мягкой, не расслаивающейся, именно такой, какая нужна для легких нарядных вещей весенне-летнего гардероба. Но почему такая длина нити? Дело в том, что пряжа Фловерс от Янард Батик, ее нить окрашена в различные цвета. Их может быть от трех и даже до пяти.
секционно в несколько цветов, плавно переходящих один в другой. Это очень важно, чтобы переходы были очень плавными. Связанное полотно получается живописными разводами, напоминающими знаменитую индийскую технику ручной росписи тканей – батик. Если вам на весну-лето нужны ажурная блузка, топ, легкая маечка, кофточка, шаль, бактусы, шарфики и другие нетяжелые вещи с оригинальной расцветкой, пряжа Flowers будет идеальным решением. Не случайно же ее название переводится как «цветы». А если вы выбираете один из представленных цветов этой пряжи, то расцветка весьма оригинальная, и цветовые сочетания вас приятно удивят. То есть даже будет вам сложно определиться с цветом, чтобы вы выбрали для себя наиболее подходящие. То есть вот для интереса зайдите по ссылочке и посмотрите, какие потрясающие цвета придумал производитель, как он это все грамотно сумел, вот правильная комбинация цветовых решений. Это вообще изумительно, гениально. Очень красиво. Мне вот эта пряжа, если честно говоря, по душе. Я вот вам сделаю даже подборочку, что можно связать из этой пряжи. Очень красивые, неповторимые, потрясающие вещи получаются у рукодельницы. Если вы что-то уже вязали из этой пряжи, обязательно напишите мне в комментариях под видео. Разместите фото своих работ в группе Одноклассники ВКонтакте. Специально для этого создан альбом, где вы можете размещать свои фотографии, загружать фотографии и оставлять там описание и комментарии, для того, чтобы другие рукодельницы-мастерицы посмотрели, какие у вас золотые руки. Обязательно делитесь своими работами. Не надо скрывать. Делитесь со всем миром, своей красотой. Пусть о ваших умелых и золотых руках узнает весь мир. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. И пишите комментарии, они очень важны и нужны для меня и для зрителей моего канала, подписчиков, а также новых гостей. И вступайте, обязательно вступайте в группы. Вы в группе ВКонтакте вы можете разместить и посмотреть мои мастер-классы, скачать и распечатать схемы вязания узоров. А также в группе в Одноклассники вы можете выбрать, заказать и купить пряжу под заказ. И также есть очень много пряжи, которые продаются мотками. И очень большой и разнообразный выбор на любой, как говорится, цвет, вкус и кошелек. Как вы думаете, что у меня находится в этой коробочке? Кто догадался, пишите в комментариях под видео. Смотрите, что же это такое? Это что-то от Кировского комбината. Предельно-ниточный комбинат имени Кирова. Фабрика находится, располагается в городе Санкт-Петербург на улице Красного Текстильщика. Что же здесь такое интересное? У меня заказала заказчица. Давайте посмотрим. Это, кажется, нитки для вязания. Они упакованы в такую замечательную коробочку из плотного картона. А называется пряжа ирис. Давайте с вами распакуем коробочку и посмотрим и содержимое. Посмотрите, какая прелесть. Как производитель красиво упаковал и оформил. Давайте я вам покажу даже со всех сторон. Вот такое, конечно, заказ на эту пряжу поступил впервые. И вот эту, можно сказать, я коробочку держу в первый раз в своих руках. Вот она, вот я вам показала со всех сторон, так вот выглядит упаковка, в которой, в
которой. Сейчас мы с вами посмотрим, что же в ней лежит. В ней лежит вот такие вот маленькие катушечки, мини-бобиночки с пряжей. Они полые внутри. Вот видите, они полые. То есть здесь нет никакого картона, никакой втулки картонной, как это обычно бывает, которая утяжеляет вес пряжи и доставку пряжи, и, как сказать, вес посылки, если вы заказываете почтой. Это, конечно, существенный минус, когда вот здесь вот и встречается вот картонная втулка. Здесь вот в данном случае этой картонной втулки нет. Это я со своей стороны приветствую, что здесь вес пряжи минимизируется. То есть доставка, стоимость доставки уменьшается тем самым. В упаковке находится 20 вот таких вот мини-бобиночек с такой вот потрясающей пряжей. Я не буду сейчас разматывать, потому что эта пряжа не моя, она была под заказ. Ну вот вам покажу на камеру, поближе приближу, каким образом выглядит пряжа. Пряжа очень достойная по качеству и по цене. Смотрите, какая ровная скрутка у пряжи, и ниточка, как говорится, к ниточке очень ровная, очень ровненькая, гладь, то есть нет. Я думаю, здесь, наверное, не встретите вы неровности, шероховатости и либо узелков. Очень хорошего качества, превосходного качества нить. Давайте, значит, посмотрим характеристики и свойства. Значит, пряжа называется Ирис, торговая марка производства. Так, ОАО «Предельный ниточный комбинат» имени Кирова. Это 100% мерсеризованный хлопок. Хочу вам сказать, то есть, что такое мерсеризация и что такое мерсеризованная пряжа, вы можете посмотреть в обзоре пряжи, который есть будет на моем канале. Обзор пряжи называется... Я делала обзор пряжи на мисс Батик торговой марки Ализе, Турция. Там я подробно рассказываю, что такое мерсеризация, что такое понятие, что такое мерсеризация. И вы можете, если вам, конечно, интересно, посмотреть. Оптимально подходит для вот этой пряжи, оптимально подходит для летних вещей. Она пряжа тонкая, мягкая, однородная по всей длине. Она сама свивается в узор, сама, как говорится, обещает производитель вяжется. Нить продается мотками по 25 грамм, 150 метров. Производитель рекомендует спицы для работы номер 1, а 1,5 крючок номер 1. Одно из преимуществ пряжи – это цветовая палитра. Чистый белый, жизнерадостный оранжевый, глубокий синий, а также несколько десятков темных, светлых и пастельных цветов, тонов открывают немало возможностей для творчества. Как говорится, творите, придумывайте, фантазируйте. Благодаря натуральному составу изделий из пряжи рис подходят как взрослым, так и детям. Можно связать очень красивые, нарядные, ажурные платья, кофточки, накиды, топы, маечки, панамочки, головные уборы, сумочки, украшения. Значит, изделия, связанные из этой пряжи, прекрасно сохраняют форму и цвет. И даже сохраняется цвет после многочисленных стирок. Пряжа подходит также для предметов интерьера. Салфетки, вязаные ажурные воротнички, игрушки, дорожки, скатерти, пледы, покрывала, накидки, кайма ажурная. При первой стирке допускается незначительное выцветание краски, особенно в темных оттенках. Но даже в многоцветных изделиях нитки сохраняют цвет, не окрасят светлые участки. Это, кстати, очень важно. То есть пряжа не полиняет, если вы будете сочетать несколько цветов между собой. Пряжа из этой серии хороший выбор для начинающих вязальщиц. Вот хочу... те рукодельницы, которые любят вязать салфетки, там вязаные воротнички, кайму, прошу прощения,
Вот рекомендую к заказу, к покупке вот эту пряжу и рис. Потому что я думаю, так как это 100% мешеризованный хлопок, и нить достаточно тоненькая, 25 граммов, 150 метров, салфеточки, если вязать из этой пряжи салфетки кружева, они будут просто идеальными получится и будут хорошо держать форму и легко их можно накрахмалить. Они будут ажурными, изящными. Со своей стороны я рекомендую эту пряжу для вязания именно кружева, ирландского кружева и салфеток. Присмотритесь к этой пряже. Ссылка на пряжу, где можно выбрать цвет, заказать и купить пряжу, вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите, заказывайте. Жду ваши заказы на любую пряжу, не обязательно на эту, а любом пряжи в группе. Большой выбор пряжи разных торговых марок и производитель. Также можете купить и заказать пряжу в интернет-магазине «Рукоделие творчества». Все ссылки вы увидите в шапке канала. Оставляйте отзывы в комментарии под видео, вязали ли вы из этой пряжи, как она вам понравилась или нет, а также можете выкладывать фото своих готовых работ в группе. Есть специально созданные альбомы для этих целей. Вступайте в группы, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий полезной очень информации, обзоров, пряжи, мастер-классы. Будьте со мной, смотрите мои видео до конца, делитесь, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, я рада каждому новому подписчику. Также в заказе были заказаны заказчицами вот такие вот спицы разной длины, прямые спицы и крючок. Давайте рассмотрим все поподробнее. Так, спицы, длина лески, то есть длина спиц вместе с наконечниками, включая тросик металлический, 100 сантиметров. Диаметр спиц 2, 2,5 и 4,5 миллиметра. Производство торговая марка Панорама. Это недорогие универсальные спицы, которыми очень легко и приятно, а самое главное комфортно вязать изделия, которые вот вы вяжете. В чем минус спиц, которые на леске? У меня лично у меня вот всегда, если спицы на леске, вот здесь вот вязаное полотно все время застревает, и тем самым приходится каждый раз туда-сюда перекручивать, расправлять, поправлять. А здесь плавная поверхность, то есть ничего не застревает. Вязать одно удовольствие такими спицами. И размер, вот самый минимальный размер у этих спиц 2 миллиметра. Максимальный, по-моему, 10 миллиметров надо будет уточнить у меня на сайте. Значит, ссылка на инструменты для вязания тоже вы можете посмотреть в описании под видео. Найдете ссылочку, где можно заказать, приобрести инструменты. Выбор инструментов очень большой. Произведено Кутнор. Ну, здесь вот есть веб-сайт. Значит, спицы я рекомендую, потому что вяжу я, если я вяжу спицами, то только от этого торгового производителя. Другие ни Адди, ни там, ни, допустим, ни Пони, ни Византи. То есть мне не нравится. Мне нравятся именно спицы Панорама. Это вот мой выбор и моя рекомендация по выбору спиц. Может быть, кому-то они и не нравятся. Конечно, как говорится, у каждого человека сколько людей, столько и мнений. Может быть, и встречаются люди, и встретятся люди, которые выскажут свое мнение в комментариях под видео, что им категорически не нравятся эти спицы. И их мнение тоже приветствуется, потому что у всех разные вкусы и запросы и требования. Так что я просто высказала лично свое мнение. И также
спицы. Я заказала вот эти именно для себя. Это спицы панорама номер 2,5 и 3 миллиметра. Длина спиц вместе с наконечниками, включая вот этот тросик, всего лишь 40 сантиметров. Вот если здесь 40, то здесь 100. Для чего я заказала эти спицы? Хочу показывать и вязать мастер-классы узоров для вас, записывать мастер-классы в копилочку, узоры, которые мне понравятся, и, может быть, вам тоже понравятся, и вам в помощь. Вы возьмете себе в плейлист, сохраните и будете вязать. Вот выбрала я такие спицы, потому что уже длина тросика, то есть длина спиц 100 сантиметров, у меня есть все номера. Вот такие спицы 40 сантиметров я приобрела для себя впервые. Хочу попробовать, потом могу, если вам интересно, поделиться своим мнением. Может быть, даже можно вязать шапки. Давайте я, раз это мой товар, я раскрою, посмотрю вам, ой, покажу вам более наглядно. Вот смотрите, какие они короткие, даже не знаю. Что-то, мне кажется, они очень короткие. Посмотрите, какие они короткие. Всего лишь 40 сантиметров, включая длину вот этого тросика. Ну, если честно признаться, мне кажется, неудобно будет ими вязать. Потому что, смотрите, вот как вот я вяжу и натягивается. Ну, конечно, если приспособиться, наловчиться. В общем, девочки, я попробую и скажу вам свое мнение, стоит, не стоит заказывать. И вообще, может быть, кто-то уже вязал такими малюсенькими спицами. Напишите мне, пожалуйста. Потому что они вообще какие-то миниатюрные. Я их заказала в первый раз, даже теперь не знаю, что ими вязать и вообще получится у меня. Что либо с ними связать или нет. Конечно, данный заказ. Ну, это мой личный заказ, меня удивил. Далее, эти спицы уже заказала у меня заказчица. Это прямые спицы, торговая марка Pony. Толщина спиц 2,5 миллиметра, длина спиц 40 сантиметров. С пластиковым наконечником. Такие вот они в футляре находятся. В комплекте две прямых спицы. Ну, тут же видно. И вот в заказе еще был вот такой вот крючок для вязания с пластиковой ручкой. Мне больше нравится, ну, это тоже мое сугубо личное мнение. Я его никому не навязываю и не настаиваю, что только надо вязать такими крючками с пластиковыми ручками. Нет. Это, конечно, дело каждого. Но я люблю вязать крючками с пластиковой ручкой. Вот здесь вот крючок 2 миллиметра, длина крючка 14 сантиметров, производство Pony. Тоже он находится в футляре, у них размеры разные, то есть от 2 до, то что, по-моему, 10 номера. Сейчас даже покажу, что вот такие у меня крючки есть, вы, наверное, уже и видели. Когда я показываю мастер-класс, то вот у меня очень большой набор крючков. Здесь разные производители, и Япония, и Китай. То есть вот эти наборы я заказывала с AliExpress. Наверное, у вас у многих они есть. Ну, вот эти еще более-менее крючки. Там вот у меня еще один набор есть. Они вообще ужасные. И вот частенько вот я... Все зависит от того, какая пряжа, какой толщины, я вяжу вот именно вот этими пластиковыми крючками. Вот эти, кстати, крючки тоже я заказывала в Китае на AliExpress. Ну вот видите, вот они все разные номера, и все вы можете их заказать. То есть цена у них недорогая, то есть это гораздо в разы дешевле, чем те же самые крючки. Нет, ну я, конечно, это, конечно, несравнимые крючки по сравнению вот с этими от Pony. Мой выбор, конечно, в пользу крючка Clover.
Потому что пока что я лучше не встречала. Может быть, есть еще лучше. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какими крючками вяжете вы. Но пока мой выбор в пользу крючка Ковер. Вот у меня есть номер 1,5-2. Я полтора не вяжу. Вот мне вот, наверное, еще нужен крючок 1,75 и 2,5. И я считаю, этого достаточно. В основном я вяжу крючком номер 2. И вы, наверное, уже видите, он такой вот уже потертый. Сейчас я вам даже покажу, в каком он таком состоянии. Вот смотрите, он весь уже, краска позолота стерлась и виден уже алюминий. Ему уже очень много лет. Скорее всего, ему лет немного, просто я очень много вяжу. Я люблю вязать больше крючком, чем спицами, хотя считаю, что спицами вяжется быстрее, но крючком увлекательнее и интереснее. Ну, это на мой взгляд. Также вот есть такие крючки. Ну, ими хорошо вязать трикотажную пряжу. Вот эти все наборы я покупала в AliExpress. Ну вот, остановила свой выбор. То есть то, что могу порекомендовать, это, конечно же, Clover. Как же без него? Мне кажется, хотя бы один крючок должен быть у каждой рукодельницы. Хотя бы один. Ну, лучше иметь, конечно, полный набор. Но у меня вот всего лишь два. Надо будет, наверное, другие номера тоже заказать. И вот от Pony. Они очень удобны. Почему я люблю крючки с пластиковой ручкой? Я объясню, почему лично я. Это мой выбор. Видите, у меня нет ни одного. Вот видите, вот ни одного крючка. Нет простого, вот металлического. Вот ни одного. Вот у меня их просто нет. Потому что у меня от них устает рука. Вот я когда вот все же по-разному вяжут. Кто-то вот как вот пишет, да, вот так вот вяжут. Вот как пишут ручкой. Я держу крючок. Вот мне вот так вот удобнее. Кто, как говорится, как научился, я вяжу с 7 лет. Как научилась, так вот я привыкла вот так держать крючок. Мне вот так удобно. И когда я держу крючок простой, вот просто железный, с таким вот железным наконечником, у меня вот здесь вот очень устает рука. То есть она не то, что там мозолится, не знаю. То есть от металла очень сильно устает рука. Я считаю, что все-таки пластик, он смягчает давление крючка на руку. Особенно если вот пластик был бы он еще вот резиновый. Здесь вот он не прорезиненный, а металлический. Вот здесь вот немножко, вот что-то видите, вот здесь вот немножко резина. Как бы чувствуется мягкий такой вот. И вот этот крючок, он плоский, и вот он в руку ложится идеально. Идеально, понимаете, он как для ладони. То есть вот это преимущество крючка Clover. Также они почему-то отличаются от других крючков вот и размером, хотя заявлено и у того и у другого размер номер 2, но если взять тот же самый крючок номер 2, где вот он у меня где-то вот был, а тут вот 2,5, что-то почему-то у меня крючка номера 2 нет. Ну, может быть, я даже его не заказала, потому что я кловером вяжу, но они отличаются, вот головка, там глубина, ширина, они отличаются, да. Видите, здесь вот как бы немножко. Вот у Кловера форма вот головки, она более удобная для вязания. Это не реклама, девочки, я не рекламирую Кловер, потому что у меня их нет в продаже. Я сама их заказываю под заказ из-за границы. Так что это не реклама, это просто я решила вам за одним показать свои крючки, инструменты для вязания. Вот, ну, это вот мой основной главный набор, которым я пользуюсь. Так что вот, может быть, еще сделаю отдельный видеообзор по моим инструментам для вязания. То есть, чем я пользуюсь для того, чтобы вязать крючком, там, какими крючками, какими спицами, еще какие-то у меня есть там мои помощники.
Так что проходите по ссылочкам и выбирайте инструменты для вязания. Их очень огромный выбор, как говорится, и на любой вкус. А сейчас вот будет завершающее видео. Я хочу в общей массе показать обзор пряжи рассказовская. То есть поступил большой заказ от заказчицы. Ну, несколько человек просто заказала пряжу от торгового производителя рассказовская пряжа. Сейчас мы будем с вами смотреть. Вот смотрите, как это все упаковано. Упаковочка, конечно, оставляет желать лучшего. Это простой пищевой мешочек. Так называю. Ну, простой мешочек, просто здесь вот завязан. Как говорится, сэкономили на упаковке. А вот эта пряжа называется Меринос. Рассказовская пряжа, голубая бирюза. Вот таким образом выглядит цвет. Так, ну, о характеристиках, я не знаю, рассказывать нет. Ну, это стопроцентная шерсть. Метраж, надо посмотреть, вот будет метраж. Ну, давайте я вам просто пока цвета покажу. Цвета и название пряжи. Вот это козий пух. Кстати, вот по козьему пуху от рассказовски я делала обзор. Полный обзор. Вы можете посмотреть. Вот сейчас вот выплывет подсказочка в видео. И также я сделаю ссылочку на... В описании под видео вы можете посмотреть полный обзор на козий пух рассказовский. То есть ее сейчас очень многие заказывают, эту пряжу. И я сделала специально для этого полный обзор козьего пуха. И вот также в этом заказе был, который вот мы сейчас с вами сделали большую распаковку. Это шерсть натуральная, цвет 01 суровый. Ну, тоже 100% шерсть. Вот, в упаковке 2 таблетки. Что же тут у нас еще есть? Так, это тоже шерсть натуральная, цвет суровый, белый, 01. Угу. И еще. Так, вот тоже козий пух рассказовский, цвет 01, белый. То есть, смотрите, 4, 2 упаковки козьего пуха, цвет белый, 2 упаковки шерсть натуральная. И еще тут у меня есть... Так, пряжа, козий пух, цвет 03, серо-голубой. Вот он таким образом выглядит. На камере он немножко темноват. На самом деле он такой серый. Ну, тут искусственное освещение сейчас у меня. Надо смотреть при дневном освещении. Но сейчас пока нет возможности снять видео при дневном освещении. Пасмурная погода, дожди, ливни. Так что пока посмотрим вот таким образом. Вот это вот все натуральная шерсть, включая козий пух. Вот такой большой заказ. То есть 3, 6, 7, 7 упаковок пряжи. Натуральной шерсти, натурального экологического чистого продукта. Отзывы весьма разнообразные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Как говорится, на вкус и цвет. Всех свое мнение, и каждый может оставаться при этом при своем мнении. Я никого не буду переубеждать. Кому-то нравится, кто-то заказывает и заказывает в больших объемах, кто-то вообще пишет критические замечания и отзывы. Ну что здесь сделать? Вот все мы разные, у всех свои вкусы и предпочтения. И говорится, можете оставить свои комментарии. И по поводу высказать свое мнение и по поводу этой пряжи рассказовской. Как я уже сказала ранее, что кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то вообще ее терпеть не может и говорит, что ужасная пряжа. А кто-то вяжет и нарадоваться не может. Очень красивые, теплые вещи получаются. И самое-то главное, у нее хороший метраж и цена. И цена приятная к покупке. Как говорится, каждый может себе позволить купить эту пряжу. Ну, обзор на козий пух уже есть, смотрите на канале. Я не буду повторять, а вот на
пряжу меринос нужно сделать еще отдельный обзор. Ну, как-нибудь я обязательно сделаю. Ну, так кажется, и я даже на 100% уверена, что не все, кто начал смотреть видео, досмотрели его до конца. Обращаюсь к вам, пожалуйста, напишите, кто из вас досмотрел видео до конца. Напишите это в комментариях, мне будет очень приятно. Очень приятно, что вы смотрите мои видео, и вам они интересны. Я буду очень рада, что я познакомлюсь с теми людьми, которым очень нравится мой канал, и вы смотрите видео от начала и до конца. Большое вам спасибо и выражаю вам от всей души, от своего искреннего сердца благодарность со своей стороны. Спасибо вам огромное, что вы уделяете время моему каналу, моему творчеству, моим видео, интересуетесь, что происходит на моем канале и смотрите видео от начала до конца. Я хочу видеть и знать вас и познакомиться, как говорится, с моими подписчиками, которые смотрят видео до конца, потому что я сама, ну, я стараюсь всех блогеров смотреть до конца, потому что быть блогером, это, знаете, сколько времени уходит на то, чтобы снять видео, смонтировать видео, загрузить его на YouTube. Это очень долго. Конечно, это все зависит от техники и скорости интернета. Но поверьте, я начинаю снимать видео в 5 утра. Вот даже вы, наверное, уже замечали, что у меня хриплый голос. Не всегда бывает связанная речь грамотная, потому что, девочки, я в таком полусонном состоянии снимаю видео. Это я делюсь своим, как говорится, своей жизненной историей для тех, с теми, кто досмотрел все-таки видео до конца. Это маленькая наша с вами тайна. В 5 утра я снимаю видео. Ну, снимаю, на съемку у меня уходит час, наверное, полтора, потому что не всегда камера срабатывает. Мне нужна профессиональная камера, потому что то качество видео, которое у меня получается, это неудовлетворительное качество. То есть у меня нет профессионального оборудования для съемки и постановки качественного звука, изображения. То есть пока нет. Пока канал на стадии развития, созидание. Так что немножко потерпите, может быть, ситуация когда-нибудь да изменится, но пока вот то бывает, камера не записывает, то что-то я там не то сказала, ну, такое тоже бывает. Так что записываю с 5 утра, если вам что-то не нравится, как я там бывает, что-то объясняю, показываю, ну, пожалуйста, простите меня. Будьте, отнеситесь ко мне с снисхождением, потому что, знаете, я с 5 утра, поверьте мне, снимать очень сложно, потому что раннее время, и потом просто у меня другой возможности, если сказать честно, у меня нет. У меня семья, ребенок, основная работа, и вот у меня время и возможность снимать мастер-классы, обзоры остается только в утренние часы. И другой возможности у меня нет. Я надеюсь, вы войдете в мое положение. Нет, ну, не надо входить в мое положение. Просто меня поймете, что почему бывает у меня какой-то голос там, такой вот хриплый или еще что-то там. Что-то я там говорю. То есть с дикцией у меня бывает. Потому что, как говорится, я еще речевой аппарат у меня не разговорился. Давайте сейчас я буду завершать и закругляться с этим видео. Оно должно получиться очень длинным. Спасибо вам огромнейшее, наигромнейшее, что вы досмотрели. Если вы, конечно, досмотрели, по-честному досмотрели видео до конца. Огромнейшее вам от всей моей души спасибо. Я вам очень-очень-очень-очень благодарна и признательна, что вы смотрите мои видео и находитесь на моем канале и являетесь моим подписчиком. Спасибо вам огромное. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Не будьте всегда со мной. Даже и на
Большое может быть расстояние, но мы с вами вместе, у нас общая цель, у нас общее хобби, у нас общие увлечения, мы все любим вязать. И это очень увлекательный, интересный процесс, который занимает, как я считаю, очень много свободного времени, потому что очень много идей, очень много хотелок, очень-очень-очень много творческих планов, что вот я говорю, что я ложусь спать где-то в час, в два, я встаю в 5 часов, чтобы записать видео, но при этом я ощущаю себя довольно-таки бодро, потому что сам процесс, это увлекательный процесс, это все, что я делаю, мне очень нравится, особенно вот распаковка, обзоры пряжи. Так что мы с вами, как говорится, на одной волне, на одном канале, где мы встретились с вами по одному интересу. Это наше увлечение, хобби, это вязание крючком, спицами. Спасибо вам еще раз от всей души. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч. Жду вас на новых видеообзорах и мастер-классах.